Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алексей Соколов на канале Реальный мир. Этим роликом я начинаю публикацию тематических нарезок из прошедших стримов. Сейчас я покажу примерно 7-минутную нарезку из недавней скайп-конференции с моим грузинским другом Арчилом Кибрадзе, те моменты, где речь идет о влиянии туристической инфраструктуры на популяции диких животных. Дело в том, что в вопросах доступа простых смертных на особо охраняемые природные территории люди часто придерживаются крайних радикальных точек зрения, полярно противоположных, от «все запретить» и никого никуда не пущать, до «сделать заповедные территории местами массового паломничества». Истина же, как известно, лежит посередине между крайностями. Чтобы разобраться в такой непростой проблеме, как влияние цивилизации на природу, надо рассмотреть ее во всех аспектах. В нашей дискуссии с Арчилом Кибрадзе речь зашла о Дашбашском каньоне, уникальном природном комплексе, который Арчил хорошо знает много десятилетий. В последние годы Дашбашский каньон стал знаменитым. Он объявлен особо охраняемой природной территорией, и вплотную к ней теперь строится современный туристический комплекс со всей инфраструктурой. Кому интересно ознакомиться подробно с проектом, информация доступна в средствах массовой информации. В гугле по запросу «Дашбашский каньон» можете посмотреть, что там планируется построить. Да? Нам же интересно проанализировать мнение моего собеседника Арчила, высказанное на нашем стриме. А свое мнение Арчил высказал сразу с нескольких точек зрения. Первое, как человек, лазивший здесь по горам и ловивший форель в юности, он испытывает чувство ностальгии по прежнему состоянию местности, навсегда утраченному, которое уже никогда не вернется. Второе, как бизнесмен, занимающийся экологическим туризмом, он потерял эксклюзив на эти места и прибыль, которую за счет этого эксклюзива получал. Однако, как натуралист и как защитник родной природы, он констатировал факт, что публичность места позволила восстановиться популяции форели, которая раньше уничтожалась местными браконьерами. И, в-четвертых, в конце концов, как патриот своей страны, Арчил рад тому, что скоро здесь будет красивый и современный туристический комплекс, и Грузия ничем не будет уступать Швейцарии или Италии. Вот так, 4 аспекта одной проблемы, 2 минуса, 2 плюса. Минусы у Арчила личного характера, плюсы общественного. И в сумме, вот даже по его заключению, и по моему мнению тоже, плюсы перевешивают минусы. Нас больше всего интересует тот момент, как развитие туристической инфраструктуры, присутствие туристов способствует восстановлению естественной популяции диких животных. Именно эта тема была вынесена в заголовок ролика «Туристы вытаптывают браконьеров». Однако прежде чем перейти к просмотру фрагментов скайп-конференции, еще пара коротких ремарок. Во-первых, приношу зрителям извинения свои, что пару раз неправильно произнес название Дашбашского каньона. После 2 часов непрерывной болтовни в прямом эфире язык устал и произносил слово «Дашбашский» с ошибками. Вот. Ну и второе. Хочу дать толкование одному сленговому термину, который мы с Арчилом в нашей дискуссии неоднократно употребили, но нас могли не понять многие. Значит, прозвучало слово «электрики» несколько раз. Этот термин на рыболовном сленге означает, на рыболовном сленге, на рыболовном жаргоне электриками называют браконьеров, добывающих рыбу наиболее изощренным варварским способом электроудочкой.
это самый губительный и один из самых отвратительных способов браконьерства, наносящий просто непоправимый вред природе, одно из самых вообще омерзительных видов браконьерства, вот, связанных с добычей рыбы. Ну а теперь смотрим 7-минутную нарезку из стрима, после которой будет мой краткий заключительный комментарий. Этой красотой, я считаю, что надо делиться, и чем больше поделишься, тем больше потом приедет в Грузию людей, которые это, чтобы, ну, показывать реальную картину Грузии во всем мире. А вот Дашбашки тоже сейчас надо посмотреть обязательно. Просто напомни, какая из папок, там их несколько. Я тебе про этот Дашбашский каньон очень давно рассказывал, мы писали про него. Ты писал еще в цикл статей в Роге, по-моему, и в спортивном рыболовстве. Столько лет, помнишь, Алексей, я столько лет вот этот каньон держал в секрете. Я этот каньон на обзор большой публики не выносил. Это был у меня эксклюзив. Показывал... Это только те счастливые люди смотрели, которые приезжали ко мне и становились моими туристами. А вот сейчас, благодаря Фейсбуку, наши грузинские студенты растрезвонили, стало всем известно, и место загадили. Загадили, но есть в этом и хороший момент, положительный момент. Обратила внимание на это массовое паломничество туристов государства. Они заметили, что место действительно стоящее. Придали месту статус охраняемой территории. Будут благоустраивать. А пока из-за этого статуса, из-за того, что много людей туда начало ходить, меньше стало туда ходить браконьеров. И рыбы стало значительно больше. Вот сейчас я туда хожу и просто глазами наблюдаю форель. В любой точке там форель, где должна стоять, она стоит. Я ведь знаю места, помню. Вот прихожу и вижу там форелей. Арчил, у нас был стрим на реальном мире, я проводил тогда вот один. Название было «Почему нечисть света боится?». А еще через неделю мы с инспектором Прокопиевым проводили скайп-конференцию тоже. Почему? Это вот фотография, вот как загадили, как раз вот под сосной. То, что из-за этого вот государство обратило внимание, что такие фотографии тоже плохое надо публиковать, как и хорошее, и чтобы прийти к балансу. Вот, что, в общем-то, кто творит черные дела, да, браконьер, да, тот публики боится сильнее, чем природа. И попасть под камеру с чем-то, с нехорошими намерениями, очень опасно. Поэтому, да, вот здесь то, что пришли люди на популяцию. То есть форель, ну, можно назвать вещи своими именами. Здесь на этом стриме тут натуралисты в основном смотрят, что это электрики же, наверное, там были. Ну, конечно. Почему конечно. Ее не было? Ну, так это чуму изводить надо. Это хуже чумы. А сейчас туристы им не дают развернуться. То есть очень большой шанс все. Попасть в объектив. Я потерял эксклюзив, но зато появилась форель. Так это прекрасно. Ну, еще с мусором решить вопрос, как вот, ну, с инфраструктурой, да, и там, куда можно ходить, куда нельзя, но это... Там сейчас будут все оккультуривать. Сейчас там сделают дорожки, вход сделают платным, так что совсем скоро картина кардинально изменится. Это будет культурным местом. Там будут смотровые площадки, бетонные дорожки и все такое. Арчил, а вот как на, ну, например, на популяциях диких зверей вот это оккультуривание сказывается? Потому что у меня есть своя мысль, но вот что скажешь ты, как местный житель и практик? Я не думаю, чтобы это хорошо сказывалось. Тем более, что и так, по сравнению с Европой, у нас
значительно меньше популяция и косуль, и кабанов, и вообще других таких животных, за которыми можно было бы понаблюдать в природе. А сейчас еще и дороги, так что надо усиливать меры охраны. Так вот, если, Арчил, перебью, если форель вот так вот за счет туризма в Дабашском каньоне фактически восстановилась популяция. Верно, верно, да. Может Давно быть и я со, столько... со зверем так будет тоже. Ну, в Альпах полно туристов и косуль полно. Может быть, может быть. Я мне сложно судить. Сложно судить, может быть. Вот, и, конечно, очень хотелось бы, ну, вот, какие-то уникальные природные ландшафтные комплексы. И вот эту тему, то, что мы с засветкой для туристов от Дабашского каньона и популяции форели, да, хотелось бы, вот, ну, подобных историй много посмотреть, где как влияет, влияет ли позитивно туризм, информационная открытость на... Потому что, ну, вот... Я не то чтобы склонен какие-то радикальные позиции там занимать, да, а хочется увидеть именно статистику работающую, да, то есть Дабашский каньон, можно сказать, статистика. Причем, при том, что тебе были очень хорошо известны проблемы, вот которые... Да, 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 и... конечно. Вот там явно, явно повлияло наличие туриста. Появился турист, исчез электрик. Сразу размножилась форель. Ну вот надо посмотреть такие случаи и положительного, и отрицательного влияния на природу. То есть нам лучше это все именно разобрать, вот какие-то ситуации, да, потому что людям в основном это интересно. Потому что когда под лозунгами там ходят, одеваются там, ну, раскрашивают себя под шкурки зверей, типа вот защитники природы, демонстрации по городам ходят, это, ну, чтобы меха не носить, еще что-то, да, 90% участников этой демонстрации ни разу в лесу не были, да, вот, а когда мы рассматриваем, ну, знаем прекрасно причины, да, когда мы своими ногами, вот ты своими ногами сколько этих речек апстрим прошел, да, сколько там падал в воду сам лично там и ломал что-то себе, наверное. Что еще раз? Палок сломал, палок спиннингов. Палок фотоаппаратов там мыльниц залил, то есть все, ну, много чего вот на собственном опыте, да, и когда прекрасно знаешь, откуда, на чем базируется любая проблема, да, и когда происходит какое-то изменение, это может как положительно повлиять, так и отрицательно. И, ну, я считаю, что лучше, правильнее своими именами вещи называть, даже если оно там где-то там в моменте на чем-то отрицательно скажется. Ну, вряд ли скажется, потому что когда, я считаю, что вот это, когда вещи своими именами называешь, это всегда положительно. То есть, ну, опять же, с точки зрения бизнеса, турист лучше придет к честному гиду, который... который вот такие вещи рассказывает и в ту, и в другую сторону. Поэтому я думаю, вот нам по поводу природных комплексов на будущее темы надо подумать. Вот. И что, думаю... Подумаю. Как известно, в спорах рождается истина. В данном случае Арчил в прямом эфире фактически спорил сам с собой. Он привел все аргументы за и против каждого пункта. Достоверность и полнота сведений, сомнений не вызывает. По поводу динамики изменения численности форели в Дашбашском каньоне, именно Арчил располагает самой полной и точной информацией. Восстановятся ли популяции других животных? Смогут ли туристы любоваться на склонах ущелья косулями, оленями? Кабанами, покажет будущее. Мой личный прогноз скорее благоприятный. А ближайшая вот аналогия, которая в памяти напрашивается, аналогия восстановления естественного природного уклада после того, как
туристы вытеснили браконьеров. Это Южно-Камчатский федеральный заказник имени Тихона Игоревича Шпиленка, куда теперь любой желающий турист может купить тур, приехать и любоваться дикими медведями, добывающими лосося в естественной среде обитания, может поснимать этих медведей. Вот так вот, а буквально 10 лет назад там было браконьерское царство. Я надеюсь, в общем-то, в Грузии будет тоже, ну, млекопитающие, другие животные, редкие птицы тоже будут восстанавливаться. Вот. Вообще, друзья, тема публичной доступности особо охраняемых природных территорий, разграничения рекреационной зоны и природного резервата, эта проблема очень сложная, неоднозначная, спорная и интересная. Наш канал уже неоднократно поднимал ее и будет поднимать постоянно. Ссылки на записи всех стримов, о которых шла речь в сегодняшней нарезке, в описании под этим видео. Запись полной версии нашей скайп-конференции с Арчилом Гебрадзе смотрите здесь. Подписаться на канал самого Арчила можно по этой ссылке. Запись моего стрима о том, как публичность противодействовала браконьерству, здесь. Дорогие друзья, критически анализируйте любую информацию. Рассматривайте все сложные проблемы со всех возможных точек зрения. Старайтесь избегать радикальных точек зрения. Вот постарайтесь даже к себе, к собственным эмоциям относиться так же спокойно, как вот Арчил в этой нарезке показал на своем примере. Берегите природу и до встречи в реальном мире.